Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы вам представим серию коротких видеороликов о том, как можно помочь самому себе с помощью самомассажа, с помощью разных манипуляций, надавливания точек и энергетических техник для того, чтобы избавиться от головной боли, от боли в шее, от боли в позвоночнике, поправить свой остеохондроз, от сколиоза избавиться, ну и так далее. Так что смотрите серию коротких видеороликов. Пока пауза.